До выборов президента остается не так много времени. В областном центре уже началась печать избирательных бюллетеней. Миссия возложена на областную типографию «Печатный двор». Типография в этом деле не новички. Сейчас на производстве приостановлена второстепенная печать. В приоритете в кратчайшие сроки изготовить предвыборную продукцию. Печатаем круглосуточно. Заказ и объем большой. Работают высококвалифицированные специалисты на бюллетенях. Контроль большой и со стороны, как говорится, избирательной комиссии, и с нашей стороны. Потому что учет и контроль качества – это самое основное. В этом году планируется изготовить более 1 миллиона избирательных бюллетеней. Около 300 тысяч из них будут изготовлены по особым требованиям для голосования при помощи комплекса обработки избирательных бюллетеней. У таких образцов даже защита несколько отличается, ведь их будет проверять не человек, а специальное технологическое устройство. Для простых бюллетеней наносится тангерная сетка с лицевой стороны, а для бюллетеней, предназначенных для КАИБов, тангерная сетка наносится с обратной стороны, чтобы им легче было считывать. Ну, вернее, правильно, чтобы была возможность считывать эту тангерную сетку. Это является защитой для любых бюллетеней. Члены областной избирательной комиссии постоянно дежурят в типографии, отслеживая и контролируя процесс изготовления. Как и сотрудники печатного двора, они к вопросу подходят с большой ответственностью. Весь объем бюллетеней будет отпечатан всего за 4 дня. 22 февраля они будут направлены на избирательные участки региона. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.